А сейчас мы разберем интересную мелодию с таким ритмом. Обратите внимание, что дзендрам должен быть именно положен вот так, тогда будет удобнее играть. То есть надписи вправо-влево. И бьем, получается, по вот этим лепесткам и по этим, по очереди. Сначала эту часть мелодии разучиваем первую. Теперь вторую часть. Бьется она по этим двум и по этим. И теперь соединяем. Также, если вам хочется усложнить эту мелодию, то можно играть с другими ритмами, либо ускорить темп. Давайте попробуем ускорить темп. Постепенно будем ускоряться. Таким образом можно ускориться даже очень сильно, но нужно, конечно же, выбрать свою скорость, так сказать, действовать по своей душе, и будет интересно.